Обмен или обман? Места в детских садах уже не в первый раз становятся поводом для мошенничества. Новая схема. Преступники собирают контактные данные родителей в сервисе по обмену детскими садами. Звонят и сообщают, что готовы поменяться за денежное вознаграждение. Управление образования якобы в курсе происходящего. Нужно только перевести круглую сумму любым удобным способом, и вопрос будет решен. Свои услуги оценивают в 15 тысяч рублей. Однако, получив деньги, мошенники исчезают и обрывают все контакты. На этой неделе в управлении образования уже дважды жаловались обманутые родители. Хотим предупредить всех, что к данным мошенническим схемам управление образования администрации города Иваново никакого отношения не имеет. И реагирует очень быстро на такие звоночки. Все переводы, все обмены детскими садами, из сада в сад перевод ребенка происходит бесплатно при наличии свободных мест в желаемых дошкольных учреждениях, которые указали родители.